Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал. В этом видео рисовать не буду. Левой рукой сложновато рисовать, а так хочется на правой руке тоже красивые дизайны. В таких случаях я пользуюсь слайдерами. Заказываю в интернет-магазине Poster Design. Очень большой выбор, слайдеры отличного качества, хорошо носятся, яркие, красивые. Можно выбрать как спокойные, нежные дизайны, так и яркие и броские. Очень нравится, что есть слайдеры и для педикюра. Лично у меня обычные слайдеры узкие для ноготка на большом пальчике. Так что для тех, кому левой рукой сложно рисовать или кто-то совсем не умеет рисовать, слайдеры – отличный вариант украсить ноготки сложными дизайнами. Кроме всего прочего, слайдеры существенно экономят время. На рисунок я трачу и до 15 минут бывает, а слайдер за минуту крепится. И, кстати, если клиент опаздывает, я не оставляю его без дизайна, а сообщаю, что вместо нарисованного дизайна будет слайдер. И клиент доволен, не просто однотонное покрытие, и я время не трачу лишнее. Очень удобная доступная навигация по сайту. В меню слева можно выбрать тематику. Например, хочу выбрать что-то из черного кружева. Чтобы рассмотреть слайдер более детально, достаточно лишь нажать левой кнопкой мыши на него. Если нравится, добавляю в корзину. Посмотрим авторские дизайны, часть 4. Выбирать уж есть из чего. Вот, собственно, для педикюра. Для завершения заказа нужно перейти в корзину. Кстати, вот здесь есть информация для оптовых покупателей. Даже можно заказать индивидуальную упаковку с вашим логотипом. Проверяю свой заказ. Если передумала, можно удалить позицию. Указано количество, стоимость доставки и общая сумма. Если все верно, нажимаю «Оформить заказ». Здесь нужно указать имя, фамилию, номер телефона и электронную почту. Электронную почту обязательно нужно указывать действующую, так как на нее будет приходить вся информация по вашему заказу. Можно посмотреть работы со слайдерами. И есть раздел инструкции, где подробно описано, как закрепить слайдер. Но я не пользуюсь ни первым, ни вторым вариантом. Ноготки подготовлены к покрытию. Наношу цвет полностью на ноготки указательного пальца и мизинчика. Тонкой кистью закрашиваю около кутикулы. На кисть набираю небольшую капельку, ставлю ее где-то на расстоянии 0,5 мм от кутикулы и подтягиваю кистью материал к ней. А теперь кистью из флакона растягиваю оставшийся материал на ноготок. Долго, конечно, но зато левой рукой можно аккуратно под кутикулу нанести гель-лак. На ноготке среднего пальца закрашиваю с двух сторон полоски. В лампу. Я уже продублировала цвет. Белым гель-лаком закрашиваю ноготки безымянного пальца. А на ноготке среднего пальца полоску по центру. Продублировала белый цвет, высушила, вырезаю один слайдер, а во втором вырезаю полоску. Кладу на влажную салфетку. Слайдеры пока оставляю, тем временем перекрываю ноготки, где будут слайдеры, базой. База подойдет любая. Сушу базу в лампе 10 секунд. Прикладываю слайдер. Хорошо разглаживаю, но сильно нажимать не нужно, клеенка очень тонкая, быстро рвется. В основном фольгированные слайдеры плотные, их тяжело разгладить, и они недостаточно ноские из-за этого. Эти слайдеры очень тоненькие, приятные в работе и хорошо держатся под топом. Важно оставить со всех сторон по 0,5 мм. И со стороны кутикулы, и со стороны боковых валиков, чтобы когда покрывать слайдер топом, он полностью накрыл слайдер. Очень красиво играет голография на золоте. Вот они очень тоненько отрываются. Отправляю досушиваться базу в лампу на 30 секунд. Обязательно бафом нужно пройтись по свободному краю. Перекрываю топом абсолютно любым.
в лампу. И второй слой топа. Я сняла липкий слой с топа и белой арт-пастой без липкого слоя рисую рамку вокруг слайдера. А теперь конкурс «Сделать репост этой записи у себя в соцсетях». В комментарии присылайте ссылку на репост. Победитель будет выбран случайным образом и получит 10 слайдеров. Более подробные условия смотрите в описании под этим видео. Если вам было полезно это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Если есть вопросы, жду их в комментариях. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. Всего доброго, хорошего дня!